Ежегодная выставка, посвященная Светлому Христову Рождеству, откроется 15 декабря в Калуге. Областные выставки детского творчества проводятся в городе с 1998 года в рамках программы «Православие, культура и дети». В них принимают участие учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, детских садов, общеобразовательных школ, детских подростковых центров всех районов Калужской области. Темы работ, представленные на выставке, отражают красоту Божьего мира, традиционную веру православную, патриотизм, любовь к родине и, конечно же, само торжество праздника – Рождество Христово.